Садоводство. Две книги, вы знаете, одна продана, вторая все равно когда-то продастся. Хоть и берут в неделю одну книгу. «Тайны плодовых деревьев для избранных судьбой» Валерия Железа. Содержание. Еще раз. Посмотрите, нужно оно вам? Вы не просто это. Вы можете, кто у кого-то, кто те два, знает, те два книги читал, тут уже какие-то, может, и будут повторы. Но у вас есть друзья, родственники. Многие, как сегодня, за черенками пришел, это самое, пришел человек и сказал: я высылаю, я переправлю ваши черенки в Красноярск, да, это. Он в Красноярск, сын, у вас изучает. Вот. Лучше бы, не лучше бы, хорошо, чтобы еще и вот так вот, чтобы побольше бы этих книг было, по стране ходило. Видите? Почвенный дренаж, грунтовые воды. Плодородие, не почва для дерева, дерево, а посадить из гиблых мест. Кто об этом знает? Посадка сада на месте старого. Я сотни раз, у меня старый сад, как его обновить? Все это надо. Все. Естественная сертификация, искусственная сертификация. Неужели это все я сделал? Ну, здесь половина заслуги этого самого Троценко. Вот. Здесь все лаконично. Это вам не мои статьи. Здесь все лаконично, все буквально. Это для того, чтобы максимум пользы был с этих 300 страниц. Представляете, сколько здесь я успел это самое. Главный вредитель в саду садовод. А что делать? Вот. Собираем средства на печать новой книги. Садоводство для избранных судьбой. Книга будет твердым переплете. Твердым. Это тоже важно. Для будущей жизни книги. Вот. Может, доживем до лучших времен, и каждую книгу будут зачитывать, зачитываться. Сейчас, знаете, в библиотеках издают книги. Видимо, кто-то умирает. Видимо, кому-то уже не надо. Видимо, кто-то уже не в состоянии читать. Вот. А библиотека их выносит в коридор, кладет на это, разбирать, кто хотите. Вот. Кончились времена, когда книги было лучшим подарком. Вот. А для садовода вот и лучший подарок. Вот. Книга будет в твердом переплете. Находится в заключительной стадии редактирования. Содержание, приближенное к окончанию, приложено. Ваши пожелания, предложения приветствуются. Ранее мы успешно издали две книги «Северный сад» и «Записка зачарованного сибирского садовода». Благодаря вашей поддержке. Да, по подписке. Итак, 70-700 рублей плюс 200 рублей пересылка. Ох, боюсь, 200 не хватит. Ну ладно. Теперь. Еще, это была еще одна хитрость. Другие варианты уточняйте. После издания стоимость будет больше. Лучше сейчас купить. Вспомните, что книга вот эта самая. Нет, «Сотворение чуда» то 1300 стоила. Вот, и плюс пересылка. А это все-таки почти половину меньше. Дальше. Возможны варианты со скидкой. 5 штук 3200, 10 штук 6300, 15 штук 9000. Вы можете все эти. Ну, кто-то, может, найдется себе, уже купит на 9 тысяч. 15 штук. На библиотеку отнесет. Надо же как-то это самое, оставлять после себя след. А там уже будет ваша фамилия. Подарок Иванова, подарок Сидорова. С автографом автора 1000 рублей плюс 200 рублей доставка. Прошу меня, на меня не обижаться, и затея это не моя. Вот. Также вы можете поддержать этот проект покупкой брошюр. Вот они, эти брошюры. Еще раз покажу. 200 тысяч выслал, 20 тысяч выпущено. А продать вроде бы это самое централизованно по стране не удалось. Вот они лежат. И меня выручите, и людям подарки сделайте. Если тут роскошный подарок за 1000, то этот подарочек скромный. 4 штуки 200 рублей. Вот, сейчас водки уже за такую цену не купишь. А 4 брошюры можно. Вот он, Павел. Вот его телефон. Можно сходу на этот телефон выслать деньги. Он привязан к карте. Так. А вот Сбербанк. Видите? Павел Николаевич Т. Троценко.